23 июня в подмосковном Новогорске состоялись торжественные мероприятия, посвященные 13-му выпуску курсантов, слушателей и студентов Академии гражданской защиты МЧС России. В праздничном событии приняли участие руководство МЧС России, члены общественного совета при МЧС России, представители общественности и духовенства. Почетных гостей, родственников и самих выпускников приветствовал военный оркестр Академии под руководством Евгения Мартынова. Праздничное настроение усилила группа барабанщиц «Надежда». Лихая барабанная дробь тут же весело сменилась зажигательным танцем спортивной группы поддержки «Черлидинг». Яркий акробатический номер подхватили студенты Академии. Молодежный флешмоб как эстафету они передали спортсменам. В стиле 80-х студенты исполнили танцевальный номер «Фитнес». Курсанты Академии также показали свои навыки и умения в аварийно-спасательных работах. Для всех собравшихся была показана ситуация со спасением потерпевшего из автомашины, попавшей в ДТП. Поставленная задача курсантами была решена быстро и умело. Восторг зрителей продолжался с выступлением роты почетного караула. Виртуозное мастерство курсантов никого не оставило равнодушным. Выход на плац уверенным и решительным шагом курсантов, слушателей и студентов Академии гражданской защиты МЧС России стал долгожданным моментом торжества. 312 выпускников Академии дождались своего часа. К ним с приветственным словом обратился начальник Академии гражданской защиты МЧС России Павел Барышев. Сегодня самое знаменательное событие в жизни Академии. Выпуск офицеров и гражданских специалистов МЧС России. Коллектив вуза с честью рапортует родине и министру Российской Федерации о выполнении задач по подготовке специалистов службы спасения. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску офицеров и гражданских специалистов, объявляю открытым. О роли МЧС в обществе молодым специалистам и офицерам напомнил глава МЧС России Владимир Пучков. Уважаемые друзья, дорогие выпускники! Сегодня в строй МЧС России вливается новый отряд офицеров и сотрудников. Академия гражданской защиты за эти годы стала ведущим учебным заведением в Российской Федерации, которое готовит высококлассных специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и решения задач гражданской обороны. Желаю вам удачи, успехов, благополучия. В добрый путь! Слова о чести и долге сказал выпускникам ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов МЧС России Дмитрий Михалик. 4, а то и 5 долгих лет шли к заветному диплому выпускники Академии. В торжественный день 39 отличникам учебы Владимир Пучков лично вручил красные дипломы и золотые медали. Представители посольств и ведомств стран СНГ также вручили дипломы выпускникам своих государств. Помимо 213 курсантов, Академия выпустила 29 иностранных офицеров. После добрых напутствий выпускники по сложившейся традиции простились со знаменем Академии гражданской защиты МЧС России. Под песню о тревожной молодости молодые лейтенанты, офицеры и вчерашние студенты прошли торжественным маршем по родному плацу Академии. Студенческие и курсантские годы позади. С собой выпускники возьмут теперь главное – знания, дружбу и товарищество. Василий Насенко, Дарима Мануева, Филипп Федосеев, пресс-служба Академии.